Добрый день, уважаемые телезрители. В подтверждение того, что в праздные дни журналистика никогда не празднует, а продолжает работать, в гостях у нас мой коллега, журналист Александр Галя, заместитель редактора газеты «Портофранко», автор огромного... Кстати, а можно посчитать? 8. Нет, я не награды. Ты имеешь в виду книг? Я имею в виду книг и вообще статей. Ну, я думаю, статьи за миллионы, это... наверное. Нет, ну, тысяч... Ну, 12 – это уже 100%. Ну, это невозможно сосчитать. Вот. Говорим мы сегодня о, понятное дело, на рубеже 17-18 годов. Подводим итоги, чтобы они нас не подвели. Вот. Решили, договорились поговорить вообще об одесской журналистике, потому что мы в этом котле все вместе варимся, и нам в нем еще вариться на протяжении следующего года как минимум. И самое печальное, что тем не менее, вот мы варимся, а очень редко останавливаемся и задумываемся вообще, что происходит, в том числе и с нами. Да. Вообще, действительно, как-то каждый идет своим вектором. Ну, хорошо тем, кто бегает там на присухе и так далее, общается, тусит где-то на каких-то мероприятиях. А когда вот такая вот студийная работа, то редко пересекаешься с коллегами и самое, ну, наблюдаешь, конечно, за их работой. Но самое главное, не всегда бывает возможности сесть и поговорить, и обсудить, вот, а где мы, на каком уровне, а как жить дальше, вот, как развиваться. Ну, мы на уровне 2017-2018 годов, тут как раз все ясно в данный момент. Ну, начнем с телевидения. Газеты пока не трогаем. Ну, газета – это сложная тема. Ну, давай. Ну, в принципе, я не думаю, что есть смысл как бы как-то разграничивать по жанрам, потому что тенденции, в принципе, везде одинаковые. Такое обилие каналов у нас в Одессе, уже притча во языцах, но более 30 каналов в Одессе. И тогда такой вопрос, а вообще их смотрят? Вся беда в том, что нет реальных рейтингов. То есть они, может быть, и есть, но они все закрыты. Как правило, это занимаются партии в период предвыборной борьбы, так что, я думаю, сейчас уже прозревают. Иногда та информация, которая попадается, то она, ну, где-то в пределах плинтуса, может быть, чуть выше на несколько процентов. А самое другое, печальное, вот недавно обнародованы были итоги рейтинга доверия-недоверия, соотношение доверия-недоверия, и СМИ, к сожалению, имеет порядка минус 6% недоверия. То есть это где-то посередине, мы очень уступаем, скажем, волонтерам, армии, церкви, но вместе с тем намного впереди власть придержащая. Вот эта тенденция о том, что СМИ, которые когда-то, еще пару лет назад, были в первой пятерке по доверию наших сограждан, да, они сейчас отступили очень серьезно. И это вот большая беда. Причем это касается и центральных, и региональных. Хотя региональные это чуть-чуть больше доверяют, чем центральным, но не намного. Ну, дело в том, что когда, то есть волнообразное, вот, наверное, возникает доверие к средствам массовой информации, когда происходят какие-то очень знаковые события, ну, давай вспомним, пока на память... 14-й год. Не надо 14-й, хотя бы оранжевую революцию вспомним, да? Ну, 2004-й, вот. Ну, дело в общем... Было ломание копий и... Дело в том, что 2004 немножко не показатель. Все-таки, как бы тогда еще было еще более политизированное настроение, политизированная нация. Тут, скорее всего, можно вспомнить 2014 год, от которого ведется, в определенной мере, точка отсчета. В 2014 году, вот, кстати, был это наибольший рейтинг доверия к СМИ, это, ну, третье место занимали после армии и церкви. И тогда действительно очень много интересовались. И тогда и интернет же забурлил, и тогда вот блогерство появилось в таком широком плане. Сегодня вот одна из главных тенденций 2017 года, с моей точки зрения, это уход от центральных тем, от тем войны, противостояния в центре и так далее. Но я говорю, опять-таки, об одесской журналистике хочу подчеркнуть, к местным темам. У нас, слава богу, и региональных тем выше крыши, у нас и здесь происходят внутренние побоища, иногда в физическом смысле слова, естественно, это больше интересует. И вот что самое печальное с моей точки зрения, это то, что вот это противостояние, которое, кстати говоря, не всегда рождается на улице и переносится в СМИ, иногда, наоборот, начинается в средствах массовой информации и переносится на улицу. Так вот, эти противостояния, которые во многом происходят от того, что у хозяев СМИ разные владельцы, разные экономические интересы, оно очень вредит, в принципе, вообще нашему обществу. И, в принципе, я прошу прощения, да. Вот я ждал вот паузы в эту тему вступить, но как раз ты меня опередил в этом отношении.
Иногда, вот если внимательно, пристально, если есть время, следить за каждым из каналов, то можно вычислить... Ну, очень легко. Кто хозяин, даже кто заказчик. Даже не надо признать. Да. Достаточно посмотреть в интернете, там час потратить времени, посмотреть, кого рекламируют. Все очень просто. Ясно. Но я продолжу. Да, вот в чем, с моей точки зрения, колоссальная проблема. Что это противостояние рождает ненависть в обществе. А ненависть – это очень печально, потому что ненависть приводит к конфликтам. Да, конфликты мы видим, что происходит. Кстати, буквально несколько дней назад я натолкнулся на старое стихотворение Вадима Жука, известного питерского, да, автора многих «Капустников» и так далее. Оно так и называется «Ненависть». Я позволю себе пару фрагментов, потому что, по-моему, очень показательно. Всех огульно и всех поименно, без различия нации и рас, всех нас ненависть ставит в колонны, чтобы править и ездить на нас. На Дворцовой, Крещатике, Трубной, словно выросла тень от креста, бьет шаманская ненависть в бубне, и слова заглушает Христа. Безобразны правители наши с отдаленных мифических пор, но сначала ты в собственной каше не вари для убийства топор, но сначала под собственной крышей не баюкай змею на груди. Победи все ненависть, слышишь? Победи, победи, победи. Вот мне кажется, что замечательное точное стихотворение, которое очень так сжато, выражает одну из самых опасных тенденций, которые сегодня проявляются и в нашем обществе, и в средствах массовой информации. Вообще, кстати, вот в литературе, в поэзии очень много вещей, достаточно знаковых, и когда перечитываешь их, начинаешь себя ловить на мысли, что люди были прозорливы вообще там чуть ли не на четверть, на полвека вперед, и они просчитывали эти ситуации, описывали. У нас был такой проект на медиаинформе, мы читали стихи, вот, и мы, и наши гости, и так далее. Вот я нашел стихотворение Михайлика Юрия Николаевича. Давнее-давнее, это вот когда Белый дом обстреливали. 93-го года. Он об этом писал, ну вот что у него наболело на сердце. Оно так ложилось матрично вот на те события, которые сейчас происходят. Просто такое впечатление, что он писал о сегодняшнем дне. Дело в том, что поэты, если это настоящие поэты, каким-то таинственным образом угадывают то, что вот висит в воздухе, или даже предсказывают. Это давно замечено литературоведами, это посвящены даже книги с анализом соответствующим. Так что тут ничего удивительного. Но подчеркиваю, если это настоящие поэты, а не, так сказать, халтурщик, который там считает себя поэтом. Так вот еще один момент, вот возвращаясь как бы к той теме, которой коснулись, да, это то, что одна из центральных тем, которая сегодня, так сказать, обсуждается в средствах массовой информации, о средствах массовой информации, это так называемый hate speech, мы об этом уже как-то говорили, да, в украинском варианте это мова ворожнечи переводится, а в реальности это гораздо жестче, это язык ненависти. И вот эта тенденция очень печальная. Вот мы буквально несколько дней назад завершили работу над проектом, как раз посвященным hate speech, да, в чем язык ненависти в наших средствах массовой информации, который направлен против, вот как ни парадоксально, против политиков, власть держащих и так далее. Но на самом деле это тоже очень вредит, потому что у людей возникает совершенно, во-первых, превратное представление о том, что происходит, да, и когда какие-то вот вещи, ну, допустим, как человек одет, да, или как там человек держится, или кто у него там... Вместо того, чтобы интересоваться реально его, каких взглядов он придерживается, вместо того, чтобы интересоваться, а что он сделал реально, да, те же депутаты наши. Кто может вообще назвать, чем наши депутаты занимаются конкретно? Ну, наверное же, не все гады, да, так там, скажем. Лоббируют, да? Ну, наверное, есть все-таки нормальные люди, но мы об этом не знаем. И у меня был, извини, классический пример. Это вот, да, 2004 года вот эти выборы, когда к нам тогда на глаз приезжали, там Ющенко был, и Ветренко приезжал, и Жириновский, в общем, там целый букет. Короче, тогда перезнакомился со всеми. И вот когда я готовился к эфиру к Ветренко, а ведь... От нее ассоциация такая, что это бой-баба, крикливая, вот такая, несдерживаемая и так далее. Я порылся в интернете, начитал о ней информацию, что она вообще ученый. Она автор многих интересных монографий, совершенно потрясающая тематика. Я в это погрузился, и я, честно говоря, обалдел. И когда она пришла в эфир, я увел разговор с этих криков и воплей по поводу политики и начал показывать ее как толкового, умного, то есть сделал портрет вот... Она ушла окрыленная совершенно. Она говорит, я не ожидала. Вот, ну, что, вот это, к сожалению, проблема. Вот это проблема средств массовой информации нашей. Потому что нет времени, даже нет желания присмотреться к тем же своим героям. Ну, элементарный вопрос, да.
А кто, по своим взглядам, там президент, премьер-министр, консерваты, либералы, социал-демократы, левые, правые, кто? Это вообще не обсуждается. То есть просто нет этой темы. Хотя мы как бы на Диком Западе там все понятно. Если это социал-демократическая партия, ты социал-демократ. Если консервативная партия, ты консерват. Если лейбористы и так далее, и так далее. А у нас же это вообще размытое дело как таковое. Что очень, кстати говоря, печально. Поэтому вот, скажем, возвращаясь к тому проекту, который я упоминал, тот проект, который мы делали по, сказать, инициативе Одесской организации Комитета избирателей Украины при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии. И вот, когда анализируешь это, ну, конкретно, например, опять-таки, возвращаясь к вопросу, что нет времени остановиться, тут благодаря этому была возможность немножко остановиться, немножко посмотреть. И вот обнаружилось в том, что, к сожалению, журналисты многие просто даже вообще не понимают, что вообще происходит, о чем они пишут, почему те или иные термины используют применительно к людям. И тут, конечно, совершенно отдельная тема – это профориентация, да, так скажем, да. Точнее, грустная тема. Да, но эта тема, скажем, да, отдельно о ней тоже можно говорить. Но вся же еще в чем проблема. Проблема, ты правильно вспомнил, да, сколько у нас телеканалов, а сколько сайтов. Иногда я ловил себя на том, что в неделю появляется 3-4 новых сайта. Вообще не запоминаешь. Ну, я, например, не в состоянии сказать, сколько сегодня сайтов, которые позиционируют себя как СМИ в нашем дорогом городе. Их, по-моему, уже количество просто неисчислимо. Такое впечатление, что сегодня каждый может иметь собственный сайт. Кстати, вот с этим я вспоминаю замечательную историю в Республике Шкид. Замечательно на книге, да, где действие происходит в Петрограде 20-х годов, где домик, где воспитываются беспризорники, почему Шкид, школа имени Достоевского для дефективных детей, так она называлась, да. Так вот, там есть глава 60 на 60. И вот где-то вот после гражданской войны в этой школе для беспризорников 60 человек выпускало 60 газет. То есть у нас такое ощущение, что с интернетом у нас скоро будет точно такая же ситуация. Но что происходит? Они же все как бы требуют людей. Да? И вот люди, которые иногда со стороны, иногда выпускники даже журналистских факультетов, да, они туда приходят. Люди, которые не имеют своей истории профессиональной, да, которые учатся буквально, как говорится, на своих ошибках. Ну, скалёз, да, да. И возникает такое вот, возникает белый шум. С одной стороны, вроде много информации, с другой стороны, толковой информации нет. Вот это, с моей точки зрения, тоже одна из самых существенных проблем. А это не проблема 2017 года. Проблема тянется уже несколько лет. И я, к сожалению, боюсь, что 2018 год в этом плане ухудшит ситуацию, потому что ясно, что уже началась подготовка к выборам. И где-то осенью следующего года уже стартует такая по-настоящему серьезная подготовка. И эти тенденции, вот этот хейт-спич тот же самый, да, тоже загнился, это будет усиливаться. И вот тут, конечно, какие-то нужно принимать, ну, меры, по крайней мере, те люди, которые это понимают, должны предостерегать коллег. Ребята, мы же, извините меня, ненависть как бы сами же подпитываем. Да? Вообще, это парадокс сумасшедший совершенно. Хотя мы как-то уже говорили, обсуждали тему вообще, а стоит ли, может быть, вернуть цензуру. Вот, но какой-то внутренний хотя бы... Внутренний. Кого мы уговариваем, какой-то внутренний цензор, человек отрабатывает деньги, ему заплачено. Вот у меня ощущение, не знаю, такое образное впечатление, вот взять там старые, так сказать, римские города, там, да, Римской империи, когда фекалии текли прямо по улицам, да, помои выливали через балконы. Так это еще было в Париже, в 19 веке было, да. Еще. Сегодня, слава богу, сделали канализацию, гигиена присутствует везде. А у нас как раз идет вот в СМИ, по-моему, процесс обратный. У нас была когда-то гигиена, и действительно, слово журналист, вот звание журналист, оно было достаточно почетным. На самом деле, это все очень просто объясняется. Давай вспомним, сколько было средств массовой информации в городе, миллионном городе Одесса. Было 4 газеты, ну, там еще «Моряк» был 5, ну, таких видных газет, да, тиражных. Было куча многотиражек, но это ну, для такие своих. Студенческие. Было одно телевидение, одно радио областное, все. То есть сколько было журналистов? Ну, человек 100, 120, да, на весь миллионный город. Естественно, извините, но знали же, даже авторов, которые, сказать, там, печатались, да, вроде нас с тобой, да, или там на теле сотрудничали, их знали в лицо, их знали по фамилии. Сегодня
разобраться в том, сколько вообще людей этим занимается журналистикой, по-моему, в Одессе это совершенно невозможно. Поэтому и отсюда, конечно, падает престиж профессии, потому что профессия стала массовой. Это беда учителей в свое время, педагогов, это беда водителей. 30 лет назад водитель машины, это было серьезно, да, сегодня у нас 150 тысяч автомобилей, 150 тысяч автомобилей только. Дело в том, что мы-то, извиняюсь за такое мычество, похожее на ячество, мы-то ставили под этим свое имя, и мы своим именем за это несли ответственность. Ну, вспомним Бориса Федоровича, понимаешь, Гривянка, которого тоже отчасти немножечко, так сказать, считаю своим учителем, потому что пару моих материалов он редактировал. У меня много материалов. Ну, у тебя больше, да, я к этому веду. Да, там было достаточно жестко в этом плане школа, да. А сегодня имена-то не запоминаются. Сегодня все размылено, действительно, ты правильно говоришь, белый шум. Но вместе с тем все-таки вот какие-то тенденции есть, все-таки худо или бедно появляются какие-то новые имена. Вот для меня лично, мы уже об этом тоже говорили, но очень, я очень рад тому, что все-таки вот в 2017 году случился некий прорыв конкурсный, как говорится, и вообще я уже примерно прикинул, что порядка 15 одесских журналистов получили награды на разные всеукраинские конкурсы. Такого не было уже очень давно, и, в общем, будем надеяться, что эта тенденция будет продолжаться, потому что это все-таки показатель качества, да, и в этом плане, ну, хочется верить, что все-таки мы говорим, что, в общем-то, об отрицательных явлениях, да, ну, в принципе, отрицательные притягивают больше. Ну, кстати, но среди них поговорить можно, о хорошем. Да, можно комплимент такой легкий, завуалированный, что среди этих победителей есть люди, так сказать, к судьбе которых ты имеешь непосредственное отношение, да, говорят, есть, так сказать, твои ученики, последователи. Нет, ну, есть, да, ну, опять-таки, я стараюсь вообще эту тему как бы продвигать, да, потому что, ну, опять-таки, тут еще один момент. Это же мне сейчас трудно объяснить, почему я этим занимаюсь. Но, во-первых, мне интересно. Во-вторых, я считаю, что любая победа... Это своеобразный лакмус. Да. Это лакмус профессии, с одной стороны. С другой стороны, это все-таки одесский имидж. Что не говорите. Пусть это микроскопический камешек, да, вот это стену славы Одессы, но он, тем не менее, есть. А поскольку, ну, как бы потомственный Одесси, да, то, естественно, воспринимаешь это все-таки как-то по-особому, как свое. И поэтому, да, я стараюсь это делать и буду продолжать этим заниматься, буду, так сказать, подвигать моих коллег на то, чтобы они тоже участвовали, тоже как-то поднимали вот реноме, в том числе и одесской журналистики. Вот ты, кстати, очень верно заметил, что действительно у нас в последнее время мы более, так сказать, ну не знаю, ну, больше уделяем внимание своему собственному имиджу одесскому. Как-то до этого больше, так сказать, сами себя поругивали и так далее. Вот 17-й год в этом отношении показательный. Просто забегая вперед, у меня сегодня там через несколько часов еще будет эфир с Иваной Лептугой. Mm-hmm. Вот мы будем говорить о туризме. Уже знаю, о чем он будет говорить. Да. Потому что 17-й год, он отстоит от предыдущих. Это был такой всплеск вообще очень хороший, продуктивный, позитивный. И это не только касательно журналистики и туризма. Нет, мы писали просто о туризме. Мы несколько статей Порто-Франко делали. Это очень серьезно, причем это не только Одесса, в области тоже касается, там есть очень интересные моменты. Да, вот это дело взялись, это дело начали развивать, опять-таки тоже из вынуждено, потому что ушли многие, так сказать, возможности, опять-таки из-за того, что Крым захватили, Одесса поневоле стала центром, но слава богу, действительно, вот тут надо отдать должное нашим властям, почувствовали, что это действительно та фишка, которая может взять, так сказать, и действительно реально пополнить бюджет, и реально поднять имидж города. И этим занимаются серьезно. И я очень рад, что вот это вот осознали довольно быстро, кстати. Кстати, первая наша статья на эту тему вообще была в конце 2014 года. То есть это вообще было в разгар этих всех событий. А мы уже тогда вот с моей коллегой, да, тоже, так сказать, написали тогда первую статью. Мы последние годы, в общем-то, стараемся уделять этой теме большое внимание, потому что, да, это такой своего рода прорыв, одесский прорыв. Это реально. Давай немножко поговорим о Порто-Франко. Пожалуйста. Одно из тех изданий, которые мне покупать, так сказать, приятно. Ну, во-первых, по цене, потому что очень доступно. Нет, ну, если серьезно, действительно,
Очень, так сказать, хороший такой винегрет из разных очень полезных, интересных и информационных таких сообщений. Вот, то есть букет целый, икебана такая. Что, в принципе, пока от начала до конца, пропустив телерекламу, программу передач, не дойдешь до конца, газету невозможно отложить. Ну, спасибо. Каким образом, да, каким образом удается вот сохранить вот, вот такой вот темпоритм жизни и такую насыщенность? Ну, я, честно говоря, мне трудно объяснить, когда внутри, да, это трудно объяснить. Я думаю, что опыт имеет. Все-таки наш редактор Аркадий Рыбак, это человек, которого там свыше 40 лет занятий журналистом, потомственный журналист. Многие же помнят его отца Михаила Борисовича Рыбака, блистательного фотокорреспондента. Это у него, Аркадий, это, естественно, внутри сидит. Он как бы и держит, собственно, он центр газеты, он и держит. Но потом у нас небольшая, но достаточно неплохая команда. Еще то, что мы стараемся как-то молодежь постоянно привлекать. Есть такой маленький костяк. Ну и мы, в общем-то, стараемся как бы писать интересно. Может, еще и потому, что мы не зациклены на какой политической или бизнесовой силе. И у нас действительно достаточно широкий план, так сказать, работы, круг интересов достаточно широкий. Мы стараемся ориентироваться на то, чтобы людям было интересно читать. Вот я думаю, что это не зацикленность, да, на какой-то определенной тематике, на определенном направлении, скажем так, и позволяет этим заниматься. Ну, еще, конечно, мы газета одесско-центрична. Мы ориентированы строго, ну, почти строго на Одессу. А поскольку наш город, история, его современность позволяет много о чем сказать, взять для того, и много интересных аспектов поднять, то мы это, как бы этим и занимаемся. Кстати говоря, вот я заодно прорекламирую последний номер, который вышел, вот вчера вышел на последний номер «Порто-Франко», последний 2017 года, скажем так. Вот, и там тоже очень интересная статья, которую мы с Эдуардом Чеславским, это один из создателей, как инициаторов создания музея квартиры Утесова, написали статью... Вместе с отцом. Да, вместе с отцом, да, да, с Борисом Ильичем, конечно. Вот написали статью о последнем визите Утесова в Одессу в 64-м году. Там, оказывается, было целый ряд очень любопытных таких моментов, которые просто пришлось исследовать. Да? Вот я очень советую прочитать, потому что действительно, ну, не только потому что я один из авторов, а потому что там действительно много такого любопытного и неожиданного. Я не буду... А всегда вот, когда начинаешь заниматься каким-то вот исследованием, да, вот в начале пути ты не знаешь, что тебя встретят по дороге, да? Да. И бывает, встречаешься, натыкаешься на совершенно потрясающие вещи. Ну, я сейчас скажу, я вот сейчас составляю список юбилеев 2018 года. Я натолкнулся на совершенно, например, обнаружил, ну, в списке артистов, рожденных в 1918 году, к столетию, в Одессе. Двух каких-то прибалтийских, я никогда их не слышал. Никогда в жизни не встречал эти фамилии, они прибалты. Но они попали в список, там большой такой список звезд киноэкрана, ну, советского, мирового и так далее, я вообще понятия о них нигде не встречал, понятия о них не имел. То есть я вообще целый, вот я когда взял сейчас, отработал 18-й год, я обнаружил несколько просто совершенно поразительных имен, то есть которых вообще, ну, вроде я занимаюсь этим делом, да, уже много лет, а тем не менее все равно впервые. Сейчас вот я возьмусь за 23-й, 28-й год, 20-й год отработаю по юбилеям. То есть, уважаемые телезрители, вы понимаете, да, что в 18-м году мы ждем в студии Голяса, Александр придет и расскажет массу интересных вещей, которые он будет вот тщательно, так сказать, просеивать и отбирать. А действительно, иногда... Да, вот пока мы говорим, пока мы помним о человеке, он жив, но, к сожалению, ведь так бывает, да, вот годы, вот столетия прошло, и уже как-то, так сказать, вымываются какие-то очень знаковые алмазы из вот нашей жизни. И вот действительно задача, кстати, и наших коллег-журналистов, вот, все-таки брать эту драгу, промывать этот песок и находить вот эти самородки, просто возвращать их просто к жизни. Да, безусловно, тем более история Одессы в этом плане чрезвычайно богата, и каждый такой человек, который оставил свой след, часто даже в мировой истории, да, это тоже, вот, в общем-то, показатель этого богатства, исторического богатства, которое располагает наш город. Слушай, наш эфир подходит к концу. Александр, ну, вас, вашу редакцию, вот, всех ваших коллег, учеников,
Новым годом. Аналогично вашу редакцию. Я, кстати, хотел тоже репликой на реплику ответить, что вот действительно, вот чем похоже Протофранко и Медиаинформ, что тоже мы не ориентированы узко на, там, под кого-то, а вот в таком же духе работаем очень широко и открыто для всех. Вот. И вам всем тоже, уважаемые телезрители, хорошего Нового года. Приятно отпраздновать, но не забывайте о том, что впереди нас ждут трудовые будни 2018 года. Спасибо.